Ой-ой. Ой, опять. Если ты, Мышин, не встанешь, я тебя заставлю. Нет. Да-да, вы, Мышин, вечно валяетесь на полу и мешаете нам ходить. И вперед, и взад, и взад, и вперед. Мешал и буду мешать. Ну, знаете. Да чего тут долго разговаривать? Звоните в милицию. Что тут у нас? Полюбуйтесь. Вот. Вот этот гражданин все время лежит на полу, мешает нам ходить по коридору. Мы его и так. И эдак. Мы его просили уйти, а он не уходит. Вы, гражданин, зачем тут лежите? Отдыхаю. Тут, гражданин, отдыхать не положено. Вы где живете? Тут. А комната ваша где? Он прописан в нашей квартире, но комнаты не имеет. Совершенно невозможно ходить по коридору. Я не могу постоянно шагать через этого мужчину. А он как нарочно. Он же и ночью здесь лежит. Об него в темноте спотыкаются. У нас даже план был. Мы его керосином хотели облить и сжечь. Для страха облили, а поджечь и не собирались. Да я бы и не позволила в своем присутствии живого человека жечь. Так почему этот гражданин на полу лежит? Ну, здрасте, пожалуйста. А у него нет другой жилплощади. Вот в этой я живу. В той комнате он живет. Там вон она. А Мышин в коридоре. Это не годится. Слышал, что милиционер говорил? Вставай с полу. Это не годится.